не поесть ли мне на камеру? Если этой камеры хватит, в зарядке, в смысле. Рецепт вот этого всего в купеле уже есть. Да, здравствуй, зритель. Я, конечно, забыла посолить. У меня тут куча всего. Я даже не очень в курсе, как оно выглядит, потому что штатив наклонен. И то, что там мало зарядки, я заметила уже в процессе. Поэтому, если что, как выйдет. Ну, вообще, тут картошка, кабачок, замороженный, тертый. Но он уже размороженный, естественно. Но все жарилось под крышкой на свином царе. Потом свиная шейка, а еще сыр, который я сегодня купила, обозрела, но еще не монтировала. Ну, сыр, откровенно говоря, так себе. Я что-то ожидала немножко другого. Хотя по виду он был вкуснее, чем по вкусу. Пойдет исключительно в какие-нибудь вот так вот блюда. Вот у меня еще плавленый сыр местного производства. Интересно, оно как-то булькнет, если разрядилось. Как я об этом вообще узнаю? Что хочу сказать, свиная шейка очень вкусная штука, как оказалось. Ну вообще это дофига странно сидеть и перед камерой говорить, так будто я говорю с живыми людьми. На самом деле у меня еще в этой сковороде есть еда. Но для купеля надо было скинуть на тарелочку, красиво запоткать. Я еще ем детской вилочкой. И вот такая досталась.
Надо было бы, наверное, еще колбаски отрезать и показать вам вкусную колбаску. Ну, потом как-нибудь. Можно показать вам просто вкусное сало. Притертое. Ой-ой. Я про него слышала. А теперь я его еще и купила и ем. Правда, чай у меня не налит. Но очень вкусная. Я думаю, специально для тех, у кого зубами напряг. Или они какие-нибудь типа моих. Потому что иногда в сале бывают жилки, которые хрен разжуешь. Я бутерброд хомячила, пока есть готовила. Есть еще один сыр, но, по-моему, он все же лучше к чаю, потому что ванильный. Чай я попью потом, а вам спасибо за компанию.